Программа передачи времени «Эон» предлагает щедрое вознаграждение за каждый переданный год. Процедура минимально инвазивна. Она ежедневно проводится в наших клиниках. Сдайте ДНК-тест уже сегодня. Мы подберем вам подходящего получателя времени. Бенджамин, 39. Более 200 тысяч доноров уже передали время и осуществили свои мечты. Ева, 21. Мы в ООН считаем, что когда вы передаете время, жизнь воздает вам. Нкейру, 18. Сделайте выбор в пользу мечты. Помните, возраст делает вас еще красивее. Ануш, 19. Передайте время и начните новую жизнь. Ваше время, ваш шанс, ваш выбор. 15 лет. Я думал, года 3. Может, 5. Знаю, Денис, это просто предложение. Чем больше лет, тем больше денег. За 15 лет своей жизни ты получишь 700 тысяч евро. Мне только исполнилось 18. Для меня сейчас это как-то слишком. В Соединенных Штатах Америки теперь тюремные сроки можно заменить на передачу времени. Разве это не лучше, чем годами содержать преступника за счет налогоплательщиков?